Всем привет, ребят. Сегодня мы будем драться с этим чуваком. Нет, не он. Издевательство. Так. Здесь мы взяли гипершили. Понятно. Находимся в этой игре. Замечательно. Ребята. Я хочу как-то туда пробраться, найти нычечку какую-нибудь, хотя бы самую маленькую. Ну и где это убивать? Дефеат. Ты, не ты. Мочите его, ребята. Мочите. О, скорость. Ребята, в срочном порядке проверяем башек. Вылетаем. Нет. Давайте сейчас набираем разгон. Нет, не получилось. По-легкому не получилось. Кажись, нужно все пчелки. Опен. А, тут желешка, да? О, спасибо. Сейчас по-быстрому бегу. Вот этих грохну на все. Ну, так пусть. Спасибо. Семечек нет, да? Эх, вы ж. Ой. Чё-то. А. Ребят, ждем пока. Эти семечки. Угу. Ты чё? Ты офигел, что ли? Не понял. Ребят, мочите его. Не понял. Не понял прикола. Я тут бегу, все старался. А тут меня грохнули. Так сказать, всадили нож в спину. Так. А, ребят, я на этом аккаунте вступлю в группу, надеюсь. Ребят, скажите то, что... Да, вступил. Аллилуйя. А где еще такие есть штуки? Они мне вроде бы дают... Да, они мне дают скорость. Как пролезть? А, сюда. Блин, я не успею уже. Ладно. Ребят, я пока попытаюсь допрыгать. Ребят, я не хочу... точнее, я не буду это делать, потому что тут как бы начинается это растение. Нужно срочно бежать туда, потому что там, возможно, будут семечки. Бежим к краску. 50 тысяч нужно собрать. А там никто не трудится, кстати. Не удобряют. Ладно, ребят, я обрежу, ну, точнее, не обрежу, а поставлю на паузу, как я это все 10 триллионов лет буду добывать. Ребят, прикиньте, я тут стоял полгода, блин. Да настоялся. Я пошел делать уроки, и, кажется, мою штуку своровали. Знаете почему? Я только что пришел с урока, ну, не с урока, точнее, а с английского я делал с бабушкой английский. Нет, она не знает его полностью, она частично его знает, как и я, в принципе. Бабушка, ну что ты смеешься? Мы оба также знаем английский. Ты какую-то часть, а я какую-то тоже. Давайте вот здесь побегаем. В принципе, я тоже буду бегать. Не, я не понял, что... Свалил со сервака. Еще один. Вот бы, чтоб я остался на этом серваке один. Вот это было бы...
Избинато. Я бы хотел себе этот вип-сервер. Сервер вип. Из вип-сервера. Кстати, я играю в одну очень крутую игру, называется «Эволюция акулы». Но это в Роблоксе именно. Я думаю, когда я ее пройду на своем основном аккаунте, так, и надеюсь, появится чтоб я мог отдавать ауру, тогда я отдам самую сильную ауру своему на этот аккаунт. Ребят, вы просто прикиньте. Я смогу убить пингвина. Это первый босс. Я смогу его убить. Вот так. Щелк. Вот просто Тони Старк или Танос. Я истреблю этот... Я уничтожу пол населения мира. Не, он не так смеется. Не, он вообще не смеется, кажись. Нет детства у тебя. Нет у него детства, ребята. Жалко. Интересно, когда я запомнил полностью эти ячейки? Зубики, 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 зубики. А давайте скорее, я должен взять себе кучу семечек. Надеюсь, пока я делал уроки, не прошло 10 миллиардов веков, и я теперь не понимаю, на каком я языке разговариваю. Вдруг вообще сейчас 3000-й год вообще. Где я? Что это за новый мир? Я помню только 2020. И то мутно. Такое чувство, как будто я капитан Америка. Америка. Американец. Я Хьюстон. Хьюстон, help me. Интересно, что значит Хьюстон? Хьюстон? Бабушка мне подсказывает. Не, ну конечно, я бездарный, не умею даже английским владеть немного. Ну, в принципе, да. Хьюстон, help me. Team help. Это вроде бы команда, помоги. Давайте сейчас закупим яичечку. Мне нужно было 4000, чтобы купить себе. Что там? Ребят, что там? Так, я не буду. Нет. Я должен себе купить что? Что это? Покажите мне. Я должен себе купить рюкзачок. Не, у меня есть как бы рюкзак, и он как бы туда помещается 1500 меда. Опа-на! Это как вот там? Винни-Пух, подходи, налетай, зерно получай. Ребят, у меня, кстати, сегодня, прикиньте, я подрался со своим ненавистным одноклассником. Я его просто ненавижу. Рома Овсянников. Интересно, а почему он Овсянников? Наверное, он любит овсянку. Возможно. А4 вообще тоже любит бумагу. Потому что у него фамилия Бумага. Кто не знал, ставьте лайк. Бумага! Я, кажется, знаю, почему он так решил. Потому что ему 24. И если это было... Не понял юмора. Не знаю, почему. Но он выбрал именно формат А4.
Не понял юмора. А4. Ребят, в следующей серии мы это разберем.